дешь себе, твашин рин и ничей тре, бурнаган, а якры, анджахта, переншивах, твану марзем. Расшири баян пиде вызакта палла гунда, шаржива мар, шаргун небе, эш уявне палла давать. Шак куна на цители гураве, парле их тюрьме сынет. Шак самантра, перен пулдаруна хушканя, тваш республикин тев хулын шубашкарен, теп ураменде, эшлет. Дюрейф рарцев раганзем, Галина Титарчук, тогда ебе Александр Магарин. Здравствуйте, дорогие друзья! С праздником всех! Сегодня 1 мая. Этот праздник объединяет всех, кто умеет, любит трудиться, работать. Людей разных профессий, убеждений и взглядов. Мы находимся в центре Чебоксар, на улице Николаева. Именно здесь собираются все, кто примет участие в первомайской демонстрации. И сегодня мы приветствуем Анатолия Валентиновича Коршунова, председателя Чувашревсовпрофа. Пожалуйста, подходите к нам, расскажите, пожалуйста, каким настроением на праздник пришли. Добрый день. Сегодня в Российской Федерации и в Чувашской Республике отмечается праздник весны и труда. А для профсоюзов это еще и день международной солидарности трудящихся. Человек труда, он во все времена достоин глубокого уважения, всеобщего признания и достойного уровня жизни. И поэтому мы первостепенные вопросы, которые ставим перед органами власти, это вопросы повышения заработной платы, вопросы охраны труда, вопросы сохранения и увеличения социальных гарантий и другие, то есть все, что направлено в защиту работника. А 1 мая – это светлый весенний праздник, когда чествуют людей труда. Я поздравляю всех с праздником, здоровья, счастья, удачи, стабильной работы, достойной зарплаты, уверенности в завтрашнем дне. Спасибо. Спасибо большое. Такие первомайские хорошие лозунги. У нас основной лозунг, который по всей Российской Федерации, это за справедливую экономику в интересах человека труда. Это самый главный основной лозунг. Я думаю, это самый достойный лозунг на сегодняшний день. Спасибо вам большое. С праздником. Еще раз присоединяйтесь к демонстрантам. Тоже с праздником. Удачи, всех благ. Спасибо. Здесь же находятся очень много предприятий республики и троллейбусное управление в том числе. Предприятие в этом году отмечает юбилей. Расскажите, пожалуйста, мы говорим с руководителем предприятия Александром Васильевичем Онегиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что сегодня, в этом году, город отмечает 550 лет своего образования. И нашему предприятию так совпало, в этом году будет 55 лет. Поэтому коллектив сегодня трудится над тем, что, так сказать, хочет сделать подарок городу. И мы восстанавливаем первый троллейбус, который пошел на улицы города 7 ноября 1964 года. И это было днем рождения предприятия. Поэтому в этом году мы маленький подарок делаем. И троллейбус первый, который осуществил этот рейс, пойдет у нас в этом году тоже 7 ноября, сделает такой же рейс исторический, как он сделал от ЖД вокзала до Красной площади. Но, скорее всего, троллейбус уже практически на ходу, он сделал пробный рейс, и я думаю, что на улицах он появится на День города как раз. И далее уже мы, значит, подарок преподнесем своим ветеранам и жителям города. Вот у вас такой нужный коллектив, вы сегодня вышли с транспарантами. Скажите, сколько сегодня участников демонстрации примут? В целом коллектив насчитывает порядка 1800 работающих сегодня. Значит, на демонстрации где-то около 200 человек сегодня вышли. Ну, отличный день, отличное настроение. В общем, я пользуюсь случаем, хотел бы поздравить и горожан, и свой родной коллектив. Да, с 1 мая, праздником труда и весны. Спасибо. Спасибо вам большое, хорошего дня. Давайте похлопаем все дружно предприятие, троллейбусное управление. Итак, Доракс у нас в гостях. Поздравляем с 1 мая. Всех жителей республики, про предприятие немножко. Я Павлов Анатолий Петрович. Доркс, работаю около 50 лет. Работа очень нравится. Порядок. Хочу поздравить праздником. Праздником весны всех. Спасибо большое. Ну, наш коллектив образовался в 68 году, 50 лет. Ну, в коллективе трудится свыше 400 человек, единиц спецтехники около 100, более 140 единиц. Ну, убираем территорию свыше 4 миллионов квадратных метров. Ну, что, всех поздравляю с праздником 1 мая. Желаю всех доброго, всех здоровья. Давайте расскажем, от вас во многом зависит чистота и вот статус города как самого благоустроенного, то
зависит от вас. Сколько человек трудятся, с каким настроением? У нас свыше 400 человек работают, трудятся они все с настроением. Вот подготовку города провели к 1 мая, по-моему, благополучно, чисто город все. Хорошо, ну, поздравляем с праздником еще раз. Ну, меньше работ, чтобы меньше мусорили, наверное, да? Совершенно верно, меньше бросали. Хорошо, спасибо большое. Я передаю слово своему коллеге Александру Магарину. Он тоже выйдет в прямой эфир прямо сейчас. Майн премишне, перенесу живра, сержу лутлабалы два шенде. Выходит на земень, унан, ядя, улжен зада, улжен забына. Анджахта, пальдира живара, нихшанда, улжен ман. Выл халыга, парлештересе. Паянхи у яврада, гунда, сумла, вада земде бур, вренеген земде, адя земде, шабарлан земде. Анджахта, теп, пырында, палах, эшенде. У явахшу на гензинчен, пари, палах, перен республикари, чи пызык ешенчен, пари, выл трактор, концерн, где кореген, завод сень, перлега. Унда, сагар, бедет, лащин дорожает. И паяни бер Валентина Владимировна Рыбкина ба, Тальвулдамар, выл Чеваш республиканди автомобиль два гонзен, тогда ял хучал техники, галара гонзен, профсоюз перлеживан ердюже. Мне кумал ба кселит пызык ушкан, ашушкан, и паяни уява. Млегала маланды, кумал видела их, и по тем еще самах хамар предприятий земберги галашин. Трактор сень концерне кереген предприятий зем, республика речи пызык предприятий земен дезем. Трактор на промтрактор заводе, промтрактор промлит заводе, промтрактор вагон заводе, агрегатный завод. И зеркала рынде шаг завод сенте сагр пенсии на тлашлей. Паянки брашники воробирен, пенсии на яхан духно. Хальвара хальбе шута за глаза нынде, кашми сакр мушто хрмыш эшлеген халых, берем паянки брашникра. Концерн заводинде эшлеген халых, шын кышалки брашник, чынахта савынышлы брашник. Беншинде зен утышыл сенбе тандаш тарзан, и бир ку брашнике савынышлы кымылба духно. Мишинде зене бир халь дюлашки уйксинде, лайх эшле мебушларым мар, вохатра эжук шиил мебушларым мар, тацепа маны дубур, бире эшлеген шин земгерля. Шавын бада, республика Рисямрак сене, хулара эш шук эшер шин сене, эбир пур неде, бирин завод сене, эшле медзене дпара. Хабылазак кедедр в сене зе. Да, хабылазак кедедпара. Тады мен калашын, эбиринде шак евур шул зенде, шак брашник дедуксан, терле лозунг семде цабырата мырча. Она барыр кунада вардезе лозунг сем нумайча. Бара кошалки брашнеге, эбир шак бензин, бурде бірден бір лозунг бадухна. Буринде, картусы земсинде, шагынбек. Единстве наша сила. Перен перле хлеб, перен бой. Перле был не ним 10 мест. Шагынбек лозунг бай бір баянхи брашник ре. Варанде заводы зем лайк ешли за гайзан. Шинны земде лайк рах бурн мабушлеш. Эбир шавна шанат бір шанба перен баян. Видя савнышлы брашник. Эбир шанат бір бала шапла буласа. Уялба зере сиреде, сирен пэдэмэшишнеде. Спасибо. Спасибо, давай. В прямом эфире национального телевидения мы вещаем с улицы Николаева. Здесь отмечается 1 мая. Здесь очень много людей, очень много народу, тех, кто пришел принять участие в первомайской демонстрации. И сегодня здесь руководители предприятия. Это Горсвет. Сегодня у нас руководит предприятие Валерьян Михайлович Григорьев. С праздником! С праздником! Расскажите, в этом году вы тоже празднуете юбилей? Да, в этом году предприятию Горсвет исполнилось 45 лет. Год юбилея любимого города мы тоже справили, 45 лет. Предприятие образовалось в 1974 году. В тот момент в городе насчитывалось около 6 тысяч светоточек. Светильники были в основном с лампами накаливания. Это в основном в центральной части города были светильники. На сегодняшний день насчитывается в городе более 30 тысяч. В общем, город становится более современным, и теперь у нас нет таких темных участков, да? Да, практически освещением охвачено у нас полностью весь город. Все территории школы у нас практически освещением мы обслуживаем, плюс еще детские сады. В этом году город отмечает 550. Скажите, какое праздничное световое оформление будет к празднику, к юбилею столицы? Ну, праздничное оформление тут у нас подсветка памятника будет, в основном подсветка Чапаеву, подсветка Ленина, потом Николаеву тоже. Ну и другие иллюминационные элементы будут вывешены на День города. Я смотрю, коллектив у вас очень дружный. Давайте все дружно. Демонстрация – это все-таки когда громко, дружно кричат какие-то речевки, девизы, лозунги. Сможем? Давайте. Командуйте. Так, внимание, мир тут.
Афганистанда бұл шаржин десен, шарда шұранын десен, бәрлекен жердіше. Баян білде Кымыл Байы Сергунда. Пайнанди чинахтанди сауны, что хватло, пиде хивели гун, бенжезесен пидем ищины зем, пири уява, уяв, пырлихших уявне пуштарна. Чинахтанди, ищегели зем, терли предприятий, где ищли гензен, лайх бур забрать, щини зем дебур, палахинди, чуваш, предприятие тваган, продукти зем, пидем джинджере сауна, шишан бада, пан, ищи зем дельбулза ишлени жен саунаши, а джаранах бурнеле берин шавгун, виде саунашла жамбада, панхи уяв я тебе, бурнеле синешин, панажу телей саунажу, пырлихлих. Хор варайзер паян камба, драдр, камба пырлихлих, это шаг халых пабрли. Ибн дихаль, Единая Россия, редин дебурап, профсоюз тем бебрли, время школы нора братвар, чанбада халах саванать, куниде, туриде бирн бабаян, шандалк нету забаны. Канахта куни, ну моего хата омардада хыши, паян пиде хивелля, кумалашек лет, курин кумалите машут пачек лет. Вара сирия начался на отпары, а шредия кулеки бурнашрада. Там добу, жуев я тебе бурниде. Предприятие с уникальной историей и опытом. Сегодня Чебоксарский электроаппаратный завод тоже на демонстрации. Смотрите, какой большой дружный коллектив. Расскажите, пожалуйста, сколько вас здесь? Я возглавляю ветеранскую организацию электроаппаратного завода. С 2004 года для электроаппаратчиков 1 мая – это особенный праздник. Это мир, труд, май. Завод образовался в 1941 году, и с этих пор это градообразующее предприятие. Это не просто начинатель различных мероприятий, это еще и кузница кадров. И на сегодня у нас большой ресурсный центр, который ежегодно более 1000 молодежи обучает различным профессиям. Это колледж электромеханический, это Чувашский государственный университет и другие электротехники. И молодежь у нас очень хорошая, отличная молодежь, которая приняла все традиции. Для меня этот праздник двойной. В далеком 59-м году участие в Чебоксарском электромеханическом техникуме, это было на окраине еще города, я участвовал в первой праздничной демонстрации электроаппаратного. Прошло 60 лет, а теперь передаем эстафету нашей молодежи. Ну, познакомьтесь с вашей молодежью тогда, давайте, кто у нас сегодня? Добрый день, меня зовут Татьяна, я представляю молодежи нашего Чебоксарского электроаппаратного завода. У нас из древня уже есть приемлемость молодежи на заводе. Мы участвуем везде, на всех городских мероприятиях, республиканского масштаба. Наш завод передовой, поэтому мы приглашаем всю молодежь к нам. У нас не только можно работать, но у нас можно весело и дружно проводить время. Скажите, вот вы сегодня в одной дружной колонии, на одной демонстрации. Вот какое настроение сегодня царит в вашем коллективе? Мы готовимся к этому празднику давно уже. У нас у всех просто настроение отличное. Все ждали этого дня с нетерпением. Готовимся все при параде. Все ждем уже начала демонстрации. Спасибо большое. Мы приглашаем вас в колонну. Тем более она уже начинает выстраиваться. С праздником еще раз. С праздником. А мы приглашаем Дениса Сетрайкина. Музей имени Чапаева. Мы очень любим этот музей. И Чапаева мы очень любим. Как настроение? Отлично. Как готовили к 1 мая? Смотрите, солнце сегодня вроде бы вышло. Думали, что будет холодно. По-моему, сегодня самая замечательная погода для этого праздника. Это праздник труда, весны. Вот, это прежде очередь праздник трудящихся, конечно же, безусловно. Вот, тем более, что в этом году музей Чапаева исполняется, в общем-то, юбилей. Ему исполняется, да, 40 лет. И сам Василий Иванович Чапаев, наверное, порадовался бы за нас, за всех. Тем более, что этот музей построен был на народные деньги. Вот, приходили добровольцы, строили, устраивали субботники, и в том числе вот первомайские субботники. И таким образом наш музей стал вот одной из ведущих величин, одной из звездочки нашего города. Вообще это уникальный музей, да, там собраны такие экспонаты, которых не встретишь ни в одном другом городе, ни в другой республике.
праздники. Да, безусловно, и надо отметить, что, конечно же, музей Чапаева еще существует по России, но это наш музей самый крупный, самый лучший. Вот, и там собраны самые уникальные материалы. Вы продолжаете развиваться, вот, да? Спасибо большое. Спасибо вам тоже большое, присоединяйтесь к колонне, а мы поговорим еще с руководителем водоканала. Пожалуйста, у вас тоже двойной праздник сегодня, да, насколько я знаю? Скажите, какой? Значит, в преддверии 550-летия города Чебоксара водоканал сегодня тоже отмечает. Именно сегодня, 21 мая 29 года, впервые был пущен в эксплуатацию централизованный водопровод 5,6 километра. Сегодня водоканал – одно из самых современных градообразующих предприятий. Значит, на нашем предприятии работают более 956 человек. Значит, мы участвуем сегодня в программе «Чистая вода», в программе развития водопровода и канализационных систем России. У нас работает более 12 династий, которые 1404 года рабочего стажа. Это большой срок, да. Значит, наш водоканал первый в России перестал сбрасывать промывные воды в город Рейк. То есть тем самым Ряж река стала еще чище. Первомай вообще для коллектива, как воспринимается это, праздник труда? Праздник труда, да, праздник трудящихся. И мы его поддерживаем, и дружным нашим коллективом отвечаем. Хочется еще поздравить наших ветеранов, которые отдали столько лет, да, нашему предприятию. Это Михаилу Михайловичу Минееву, пешеходке Виктору Гавриловичу, бурмистру Павловичу и всем тем ветеранам, которые действительно вложили очень много сил и энергии в развитие нашего предприятия. Еще раз с праздником всех. Спасибо большое. Процветание вам и с Первомаем. Спасибо. Спасибо вас. С праздником. Спасибо большое. Мы продолжаем. Народу становится все больше. Сюда стекается весь город. Группа компании «Техмаш Холдинг» тоже спешит поздравить своих коллег, всех тех, кто отмечает сегодня 1 мая, кто сегодня в центре Чебоксар на улице Николаева. Давайте знакомиться. Меня зовут Луиза Ивановна Сибатуллина, я председатель правкома УАО «Тексельмаш». УАО «Тексельмаш» очень старейшее предприятие. Сегодня нам исполнилось 55 лет заводу. И в течение этих годов мы выпускали более 100 тысяч ткацких станков, где в 55 странах мира работают наши станки. И очень хорошо работают. Ну, канун празднования Дня города, 550-летия города Чебоксара, наш завод разработал и выпустил первый хмелеуборочный комбайн. Что я считаю это вообще большим подарком городу. И вообще наше предприятие гордится своими трудовыми династиями, как и Вашкины, Новиковы, Федоровы. И вообще у нас коллектив очень хороший, более 750 человек работает. И выпускаем очень сельхозтехники, много запасные части и строительные, даже строительным и авиа, и ЖД. Все, выпускаем. Наш завод славится своими традициями. И в результате хочу поздравить всех с 1 мая. Всем здоровья желаю, счастья, удачи, успехов в работе. Коллектив «Марадо» у нас есть союз молодежи, есть профсоюзная организация. Вообще у нас руководство завода очень чтит социальное партнерство, поэтому у нас очень хорошо работать. Молодежь приглашает к нам на работу. Спасибо большое. Присоединяйтесь, пожалуйста, к колонне, тем более скоро, с праздником, тем более скоро начнется демонстрация по центральной улице города. Пройдут все трудящиеся, которые отмечают 1 май. А я передаю слово своему коллеге Александру Магарину. Уява буштарын халық, жбашкарын теп урамебе, уявер деген теп вырына, херлелабама утма хадрлене буштарынат. Дебір пелік мүнутран халық жбах ундала тапранза гайеде. Унчен вараберін тада калашма вағытта майбор. Бред пара баян балах теп урамзинде троллейбусен та урық транспорт шуремез. Мэшін дезен паренден троллейбус управленде ешлегензе пызык кеже балах шагында уява келінде. Шавыш утра, бред пара троллейбус пашлегензе везем водителзем гынамар, димырдымырба торожагензем гынамар, чунне, чунха волне, черине, пуянлада, сенебеде, взем шлеща. Взенчен примбе, ебер халех палажа барда. Палажа хазирмбе. Ебер троллейбус управление, че, библиотека расшледе. Мана Альбина Иванова, дезичинеще. Альбина Евгеньевна.
Да. Троллейбус управления Чечлиген Жинзем, привет, Пранде Вазем, Тларах, Тимир Думарба, Тимир Врашлеща, да, Шулчинте Жюреща, Чабахта Вазем, Бог Тубаши, Сриба, так и за жюреби. Троллейбус управления Чечлиген Жинзем, Шпеганамар, Юра та же вода, Кенеги Зимпеди и Тереслинеща. Вазем, Пурди Хаджаджу на Вулама, Кану Ваганджи Вулама, Бураща библиотека на Бурза Вула Зларащи, Кире Вулама, так и Неги Зимпеди, Хаджаджу на Зимпедиеща. Пропаганда сам все Пурьен Беди, Адалан на Чинзем. Пурьен Беди, Адалан на Чинзем, библиотека Зарбышин Дадабирин, Булдару Лухушка Небур, Унда Юрлама, Ташлама, Чуряще. Выходные Аван Иртереще. И пин, Васин, Булдару Лух Небаян, курса Саван Мабудар, Брахов Явраш, Аблай. Булда Булать, Саван Навар Когда мы без Саван Дарет, Сирин библиотека, Сирин Чаканде, культура в Учахе. Саван Дарет, Чинзем, книги Улама Юратны, Халькала Шинде, Утлах Улама Шидезе, Анчахта, Троллейбус управления Чечлигензем, книги Бетусла, Юра Вала, даже Вата Тусла, библиотека на Кизех Ширеще. Поехали у Ягберги Галас Пузанвара, Ховарти, Бер, Майен Парлейбус Шинде, Шузарине, кто гадарес? Перед троллейбус управления Кашнижул, Майю я мне уяла Матухать Пермеш Майра. И Бирде, я видя библиотека Чечлигензем, где Курде, Хавас Пахтугат, Шагу я уяла Ма. Паенда и Вергунде Гильне, Манхишра Драши Пирнишни, Шендешсем, Пуртича Гуява Гильня, Саванза, Хавасланза. Мне уявляет тебе Салмандат про Сиреде, Сиримба Трэш, Леген, Бун-Бун, Щер, Щер, Шиндада. И что мы на запуче? Мантушка Ласа Хавара Скелет, Шак Май Гильня Шпит, Пудим Троллейбус в Ренджи Шлеген Зене, Пудим Хула Халахне, Пурнети Уяджи, Пызык, Пызык Салам. Тогда Гала Скелет Пирн Троллейбус в Ренджи Качал, Албилих Шуйне уявляет. Тогда Примеш Троллейбуса, Шичим Жнаверде, Примеш Троллейбуса Хула Урам Некларать. Шамна Галага в разговоре с Килетчиком. Чепла, Шубашкаром, Рапирин Пиликшир, Алла Шутулдара, Сирин Бара, Троллейбус управления Алла Пиликшу. Я проходил, ваши дети в Харзаглиге, у Ялбата, это Палах, Паихи, Хавасла, у Ялбаса Ламдатмар. Тавда Буш, Сири, Тавда Буш. А я напоминаю, мы находимся в Чебоксарах, на улице Николаева. Здесь начинается первомайская демонстрация. И у нас уже глава республики здесь тоже вместе с нами, со всеми трудящимися. Как праздник, как настроение вообще, с каким... Но сегодня прекрасный день, первомайские праздники, пробуждается природа, тепло уже становится. И то, что сегодня очень много людей, трудящихся, члены профсоюза, и все те, кто неравнодушен к своей родине и к труду, вышли на это шествие. Я рад и счастлив, глаза у всех горят, погода благоприятствует. И на самом деле сегодняшний день, 1 мая, пройдет на высоком, праздничном, достойном уровне. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди хотят жить в мире согласии, несмотря на политические взгляды. Это с одной стороны. А с другой стороны, труд, трудолюбие человека всегда создавало благо. И с этой точки зрения я хочу сказать, ответственный, честный труд создает и радость, и счастье, и благополучие каждого человека, каждой семьи. Хочется пожелать всем мира и согласия, стабильности, успехов и удачи. Спасибо большое. Давайте все вместе поздравим. 3-4. Поздравляем! 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 Ура! Спасибо большое! Молодцы! Так держать! И у нас Чувашия Курор тоже, руководители здесь, сотрудники. Ну как, коллектив? Сегодня у вас такой веселый, энергичный, с песнями, танцами. Да, представляемся, давайте знакомиться. Здравствуйте! Вас приветствует санаторий Чувашия Курор. Горожане нас больше знают, как вода, грязь и лечебница. Замечательный день! Замечательный год. 550 лет нашему любимому городу и 35 лет водогрязи лечебницы. 35 лет мы идем бок о бок с нашим любимым городом. Мы дарим здоровье нашим горожанам.
Уже практически, наверное, могу сказать, что за 35 лет миллионы людей прошли через нашу водогрязь-лечебницу. Удивительная, замечательная грязь нашего Заволжья с озера Кагаяр. Минеральная вода с глубины 800 метров из самого сердца Чувашской земли. Все это для вас, дорогие чебоксарцы. А последние 3 года наша грязь-лечебница переживает второе рождение. Новый собственник колоссальные вливания сделал в нее, более 300 миллионов. Отремонтирован лечебный корпус, новое современное оборудование. И все это для вас, дорогие горожане, с праздником, счастья, любви, здоровья. Поздравляем! 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 Ждем вас всех к нам! Спасибо большое. И еще одно объединение. Завод имени Чапаева. Да, производственное объединение имени Василия Ивановича Чапаева от всей души поздравляет всех с весенним праздником. Я хочу сказать, что нашему предприятию скоро исполняется 80 лет. И все эти годы мы трудимся на благо нашего города, на благо нашей республики и на благо нашей страны. И, конечно, готовимся своими трудовыми успехами отпраздновать 50-летие нашего города. Наше предприятие славится трудовыми династиями. И сейчас молодежь, приходящая на наше предприятие, эти традиции трудовых династий поддерживает и укрепляет. Сохраняя традиции, умножаем достижения. С праздником! Присоединяйтесь к колонне, такие яркие, красивые, красненькие. Спасибо большое. А мы продолжаем. У нас Лара. Всю ночь надували шары сотрудники предприятия. Одевали вот форму специальную свою, рисовали транспаранты. Ну-ка, пошумим немножко. Ура! Давайте знакомиться. Приборостроительный завод, работники поздравляют всех с 1 мая. И хочу представиться, начальник центральной заводской лаборатории Федорова Лариса Вахтанговна. Мы хотим поздравить всю республику и весь город с праздником 1 мая и сказать, что вся наша продукция настроена на то, чтобы прославлять нашу республику, особенно в 550-летие нашего города. И хотим сказать, что главная ценность на нашем заводе – это люди. Администрация во главе с нашим генеральным директором активно участвует и финансово помогает общественным организациям. Это совет ветеранов, это совет молодежи, профсоюз и союз женщин нашего предприятия. На сегодняшний день у нас на предприятии 54 трудовые династии. И хоть мы самое молодое предприятие, в следующем году нам 50 лет исполняется, мы, конечно, считаем стаж наших династий. Есть такие, как 200 лет трудовой стаж. Мы гордимся Иларой, мы любим ее. Ура! Молодцы! У нас колонна начала движение. Мы направляемся на Красную площадь. Самых ярких. Посмотрите на эти желтые курточки, букет Чуваши. Мы с вами. Давайте знакомиться. Кто у нас здесь сегодня? Нашему городу Чебоксары. Меня зовут Кристина. Нашему городу Чебоксары в этом году исполняется 550 лет, а нашей фирме букет Чуваши исполняется 45 лет 17 ноября. Это юбилей, большой праздник для нас. Мы очень рады. Мы поздравляем всех с 1 мая и всем хорошего настроения желаем. Спасибо вам большое. Настроение очень хорошее, праздничное. Отличное. Много настроение. Позитива. Каждый год демонстрацию участия принимаете? Да, мы каждый год принимаем участие в демонстрации. Для нас это огромный праздник. Много позитива, море эмоций. Мы очень рады. Ибер Шубашкарды, электромеханический колледж. Приемыш курс. Шаг уява, приемыш
Кутуксагурдамар. Чак, Пиде, Павла, праздник где? Пойдем сейчас жене. Хабас, Уяв, Салан Зумаске, Хаман, от тебя не, Печене, Туга моя, Азани не, Шкулды Юлдаш сыне, Салан Галаске, пойдем жена, Чак, Чак, Павла, праздник где? Салам, Ирлах Пунчул, Варам Пунчул. Тогда ты подала их в Москве. И мы приглашаем сюда, к нам, стройтрест номер 3. Без них тоже городу никуда, коллектив тоже. Давно работает, знакомимся с вами. Да. Генеральный директор стройтреста 3 Семен Валерий Пименович. Расскажите, пожалуйста, про ваш коллектив. С какими успехами вы к этому году, к этому празднику подошли? Ну, коллектив стройтреста номер 3 совсем недавно отметил свой 50-летний юбилей. И, в общем-то, за полувековую историю нами построено более 1000 различных объектов. Это сотни жилых домов, десятки школ, детских садов, больниц, вокзалы, заводы. В общем, много-много объектов, в том числе и социальное жилье во многих городах нашей республики. Вот. И 550-летие нашей столицы и праздник 1 мая мы также встречаем, в общем-то, ударным трудом, хорошими показателями. Ежегодно мы строим по 30-40 тысяч квадратных метров жилья. Наше жилье, я думаю, покупателям, долевикам нравится. В общем-то, охотно они скупаются. Вот. И хочется надеяться, что построенные нами объекты, будут украшать нашу столицу, нашу и всю многие города нашей республики. Потому что мы, кроме Чебоксар, еще строим во многих городах нашей республики. Вот. И в канун праздника хочется от души всех поздравить с праздником 1 мая, пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых, хороших, успешных дел, ну и мира и добра всем нам с праздником. Спасибо большое. Я смотрю, у вас такой мужской, крепкий коллектив. Мы вас поздравляем. От всей души гордимся вами. Удачи, успехов! Ура! А теперь мы приглашаем коллектив очень известный. Без них в городе тоже было бы как-то не так. Они тоже трудятся на благо жителей республики. Вас тоже с праздником знакомимся. Генеральный директор государственного санитарного предприятия «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской республики. «Фармация» насчитывает славную историю. На фармацевтическом рынке мы с 1924 года. И в этом юбилейном для города Чебоксар году мы также отвечаем свой юбилей. На страже здоровья мы уже 95 лет. За это время выросло немало поколений провизоров и фармацевтов, которые образовали 13 трудовых династий. Сегодня в фармации числится 817 человек. Все филиалы расположены во всех муниципалитетах и городах республики. Наше предприятие всегда было направлено во благо и социальные нужды человека. И этому есть историческое подтверждение. Так, в начале Великой Отечественной войны, когда на территории республики располагалось 16 эвакуационных госпиталей и была острая нехватка лекарственных препаратов и витаминных средств, была образована витаминная станция, которая к 1943 году смогла произвести до 5 тонн лекарственных препаратов и витаминов и просуществовала вплоть до 1948 года. Мы продолжаем оставаться единственным фармацевтическим, социально ориентированным предприятием на территории республики. Поздравляем вас с праздником, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия. С праздником весны и труда! Спасибо большое вашему коллективу за вашу работу. И до встречи на демонстрации. Еще на Красной площади увидимся. Всех с праздником поздравляю еще раз. Здравствуйте, дорогие телезрители, с праздником вас! Мы находимся в самом центре Чебоксар, возле Дома торговли. У нас здесь тепло, солнечно, весело, море музыки, песен и танцев. И сейчас мы встречаем колонну, которая движется прямо на нас. С праздником вас еще раз, дорогие телезрители! Праздник тех, кто любит трудиться, и, конечно, здесь все те, кто любит наш город.
друзья! Мир любит наш город! Мир Срутмай, профсоюз Крет Шагай! Поздравляем с праздником вас! Уявляйте! С праздником! Здесь выходила на эту демонстрацию и никогда не брошу. Народу все больше и больше. Только внучка далеко, а то бы внучка у меня сидела на плечах. С праздником всех! Мы действительно очень рады сегодняшнему празднику. Уважаемые учителя, дорогие ученики, с праздником вас! 63, прекрасный день! Поздравляю всех с праздником 1 мая! Желаю всем здоровья, отличного настроения, своему предприятию, любимому Горсвет, процветания, здоровья каждому нашему сотруднику и всем горожанам! Инженеры и строители, учителя и врачи, ученые и служащие! С праздником весны и труда, друзья! Посмотрите, какая это весенний праздник! Чтобы ваши лица сияли только от радости и веселья! Ну, в праздничном настроении с образом Атилы. Вот. Что для вас праздник? Ну, чтобы праздник мира, труда, единения, веселья сплачивает всех. Просто замечательно видеть и радостные лица. Коллеги, вместе работаем, сближаемся, еще роднее становимся. Вот что это такое праздник 1 мая. Чувство долга и ответственности. Возглавляет праздничную колонну глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев. Министерство здравоохранения Чувашской республики. Министерство культуры глава Татарии Архимандрина Чувашской республики. Чувашский государственный художественный музей. А мы встречаем Ленинский район. Они также поздравляют любимый город. Ленинский район. Это история города. Это административный и культурный центр Ленинский. Это транспортные ворота Чебоксар. Ваши аплодисменты. Слава Ленинскому району. Ура! Друг друга с праздником сегодня поздравляем. Встречаем Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Пустая жизнь. Театр юного зрителя имени Михаила Сеспелища в Алексей-театре Алла Зулатбар. Ой, какая красота. Первомай, наверное, особенный праздник. Праздник с детства, когда мы студентами по этой улице ходили. Когда начинали работать, ходили. Я вот спрашивали сегодня, сколько раз, я не помню. Но вот студенческих лет отмечаем 1 мая. Для нас важно, что со всеми горожанами, все коллективы вышли сегодня. Очень хороший праздник, хорошая погода, хорошее настроение у людей. Хорошее настроение у всех надолго-долго-долго. А лозунги какие вот самые любимые? Это самый же все-таки праздник такой... Мир, труд, май. Все, вся жизнь ставится вокруг мира, вокруг мая, весны и вокруг труда.
сегодня вот в таком большом потоке каждый год все больше горожан. Вот как вы считаете, это вообще важно, ценно для города? Конечно, важно, когда все вместе на центральной улице. Город наш для всех. Все мы соседи в нашем городе, все мы друзья. Всех должны быть вместе в такой хороший день. Хорошо, что есть 1 мая. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, спасибо большое, с праздником. С каждым годом все больше и больше горожан выходит на праздник 1 мая. Праздник, который объединяет всех трудящихся, молодежь, старшее поколение. И служит примером для будущего поколения. И мы традиционно с детьми выходим также на этот праздник. Хочу всем пожелать хорошего настроения, здоровья и удачи. С праздником, друзья! Дайте немножко шума. Профсоюзов России 1 мая будет за справедливость. 1 мая – это государственный праздник в России и любимый праздник для каждой российской семьи. Уже сегодня на Чебоксарском заливе заработали фонтаны, и уже сегодня здесь можно увидеть удивительных белоснежных лебедей. Впервые они появились здесь в 2004 году. Они полюбились горожанам и стали символом нашей столицы. Увидеть их можно весной и летом прямо здесь, на Чебоксарском заливе. Для удобства просмотра обустроены смотровые площадки. Есть очень замечательная чебоксарская традиция запускать в залив наших лебедей. Этой традиции уже достаточно много лет, но в год юбилея у нас увеличилось количество прекрасных птиц. Но 4 черных лебедей мы выпустим после 9 мая, потому что когда погода и вода будет более теплая, города запоминаются не архитектурой, а города запоминаются эмоциями. Поэтому сегодня залив – это центр нашего города, и лебеди дают потрясающие эмоции доброты, нежности, любви, внимания. Очень здорово, что количество лебедей увеличилось в этом году в честь 550-летия. И здорово, что как можно больше людей смогут увидеть это потрясающее зрелище. Великой страны – это преемственность и традиции. 1 мая – это демонстрация профсоюзов, день международной солидарности трудящихся. Баянги, Ишлеген Зеню, я в Гунибе, Курнеле Саламнама, Петихавас, Вадим Чаваш, профсоюз Сен-Джень, госучреждение Ишлеген Зень, Сен-Джень, Чунджеререн, Саламнашин, Баянги, Уябба, Баян, Падим Тинджибе, Чилай Бачалах Сен-Дже, Инде, Падим Рашейбе, Баянги Гун, профсоюз сам Духна, Пыржугушпа, Пырзанюбе, Ишлеген Джин, Чуган Булнас, Мар, и Шаксенюбе, Ебрбаян, Пурдия, Парле Бухунза, Падим Халахпа, Падим Ишлегензембе, Парле Тухса, Савнаппар, Чаванберге, Шутлаппар, Парбернегалаппар, Малалада, Хамрн Чаваш Пачалах, Ядалан Забадыр, Пиринжак Парле Ишсембе. Паяшу Башкарды у Явра, а я Крангильда Ханазым Дебур, Калыбар Чемберди Чаваш Семгильда, Олег Пустаева, Курадов Кундаев, Мешал Испанин Чембердема. Александр Николаевич, Эбер Патчейн Маргундаева, Чаваш Наций Конгрессен Вице-президент Дебул Нумай, Пирен Чемберди Чаваш Семгунда Нумай Ингельнебер, я дарла делегация тебе, вот Пирен губернатор Сергей Иванович Морозов, тогда Чаваш Республикин Дердюжи, Михаил Васильевич Игнатьев, я дарла Кирюжу Дунумай, вот она Пирен Такшанах Ергеленя, а Пирен Чемберди, кажал, Наций а май уявил перед прямо же тусклых уявил, сенчин день уявил. Сам бы я бы куда из игры стерем, мне и где чуваш из пули кинде перед, хам чуваш индре, сам бы чапло уявил, ну, перле полные, может по проховат пер вой, уява пайламаше, тусклых байлан беги, с кинде гура стерем, пиде камала, пиде сам нашла, тогда мы говорим, пурнеде салам латпер. 1 мая был и остается днем единства, солидарности, любимым народным праздником. Сегодня в сердце Чувашской республики прозвучат наши лозунги и справедливые требования за справедливую экономику в интересах человека труда. Молодым работу, пенсионерам заботу. За достойный труд, заработную плату, стабильную занятость. Когда мы едины, мы непобедимы. С днем труда! Мы желаем всем добра!
Баянхи, Чургуневе, Эш уявне иртерме, Байла Шандалы гаде пулышы. Кундагильна пин-пин шиндан, Камаледе, Сан-Беджеде, Уяв, Камаледе, Шуталзадыни, Бергунда, Курзаславандамар. Дорогие друзья, а мы еще раз поздравляем вас с праздником, с Первомаем. Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими моментами. Здоровья вам, счастья и новых трудовых подвигов. У бравара тогда пилек канмалы гунга, шаг стапхарда шлемеде канмада сырен, комолда булдар вахачиле житер. Шаганба нацителю граве хаяне тюре эфирне, вешлесе бурап, депредель глучен, сыболашат пар.